Hey, you guys, с вами Шимки, мы продолжаем пройти игру по названием Bugs Bunny и Затерянным временем. Короче, у нас каменный век открылся, как вы видите по названию, и мы отправляемся туда. Сразу, что можно увидеть? Эта золотая штуковина будет твоей всего за один... Не нужно еще обычные морковки собирать, вы серьезно? Сам ты пацак. Часы 09, золотые цаки. Золотые цаки? Стоп, то есть, чтобы попасть ниже, мне нужно... А это типа битва с боссом? Неожиданно, это как, знаете, в этом... в Crash Bandicoot то же самое. Ну го. Сало и зачем кролику? Чё? Сало? Какое сало? Сегодня уходимся на кролик. Люблю крольчатину. Не пацаки с планеты Земля. Кролик, кролик, да, да. А, гора динозавра. Кажется, камни можно сдвигать. Хорошо. Ну, нам нужны обычные морковочки, ребята. Так, я понимаю, я падать могу вниз, поэтому лучше не рисковать. В основном я буду использовать покатушки. Мана, тебе чисто камень. Кто камень? Я камень. Кто камень? Я камень. Чирик-чирик-чирик. Ну, уже часы нашли. Нашел. Так, подожди. Гениально! А он что, будет каждый так подбирать и что-то говорить? No! No, please, кролик, no! Ништяк. Две морковки уже есть. О, тихо, верника. Камуфрик можно вернуть? А, я могу сюда... Я просто там забыл еще. Там золотая морковочка, вот. Мост бронтозавра. Прыгай. Я буду надеяться, что все собранное раньше мною остается у меня. А, то есть просто так я их не убью. Оказывается, ребят. Не обязательно нужно на них прыгать. Ха. Окей, я думал, типа, покатушками их убивать буду. Золотая морковочка. Это щеня. Почему щеня? Ага. Походу, если я умираю, я начинаю просто с самого начала на локацию. Я напрыгнул. Окей, в чем здесь сложность? Здесь сложность просто попасть на эту платформу сраную. Гениально!
Гениально! Понимаете, я даже не вижу, что здесь происходит. Хотя здесь можно вращать камеру, по идее. Окей, хорошо, ждем. Нет, ну в тазе разыскивается, там управление немножечко поудобнее было. Намного поудобнее, мне кажется, даже. Привет, пацак! Давай-ка пацак! Я сохраню твои достижения! Почему пацак? Вообще-то... Спасибо, чатланин! Ку, чатланин! Допустим, патюк — это на украинском крыса. На каком они разговаривают? I don't understand. Ах. Меня радует, что здесь хотя бы нету контишек. Если тут были бы контишки, мне кажется, я бы просто на первом же издох. Ладно, немножечко боевую систему я понял. Хорошо. Туда можно попасть. Но мне нужна норочка. По сказке, некоторые деревья стоит ударить. Вопросик. Как мне подрыть норочку? Мне нужно как-то подрыть, потому что там, скорее всего, что-то есть. Потому что не зря, что тут есть проход. Ад, это ад, это ад, это ад. Так, типа, мне нужно сначала прыгнуть ему на голову, чтобы он меня приподнял. Ожидаемо. Да, смотрите. Ну хорошо, что хотя бы враги не восстанавливаются. А не, смотри, там можно запрыгнуть. А видите, я же вам говорил. Опа. Гениально! А, я забыл, я ж могу сюда куртком залезть. Чё-то я ступил. Давай. Давай. Динго. И теперь, знаете, я на самом деле даже не знаю, как мне проходить игру. Я сначала думал, типа, пускай одно время, да, будет одна серия. Привет. А не, все-таки он автоматически сохраняется. Спасибо, чатланин. Ку, чатланин. Ку, шотландец. Хочу шотландец. Так, тихо. Ладно, лучше сдохнуть. Так, я вижу охотника. А, то есть это эти бессмертные. Ну, если бы точнее, этот бессмертный. Он бежит, я его слышу. Блин, я бы сыграл в другую часть про Бакс Банни и Таза. Но, увы, как бы я не хотел, у меня не получается ее, так сказать, найти.
Давай. Эй! Платформа. You my platforms. Окей. Мы нашли. Скала птеродактилей. А, так это еще не все. Ну, я уже расстроился, думаю. Эх. Мне главное часики собирать. По сути, благодаря этим уже часам я могу, так сказать, попасть в этот. Как оно называется? Смотрите, это еще не просто. Стоп, я нихера не понял. Так это просто морковки или это морковки, пополняющие мне хп? Либо это кое-что иное, ребята, а ну-ка. Опля! Опля! Сейчас я... Да, смотрите. Короче, когда у нас не фул хп, морковки нам не добавляются. Столько даже сейчас, да, я вот добавляю. Однако... Что? Тихо. Спящие птеродактили. Уходим. Однако, можно сразу отметить вещь. Там залезть можно было. Короче, морковочки мне нужны для того... Вот, допустим, я могу специально сейчас прыгнуть, сдохнуть. И благодаря этому... Сейчас... Благодаря этому я могу собирать именно морковки. Но хп ты же не отнимешь? А, нифига, у меня аж сюда относится. Ну, хотя бы не до дракоши. Ха, то есть я мог даже сюда так попасть. Динозаврик! Динго. Дино. Его зовут Дино. Короче. Мы можем сейчас еще получить там вдальше, бля. Нет. Нет. Иди спать. А, все, я понял, как. Манать камеру неудобно крутить. Все, он заснул. Идем тихо. Тихо, не спеша. А то он сейчас как проснется и начнет у нас нападать. Хотя тут еще есть морковочки. Хотя, может, дальше тоже есть морковочки. А, это даже бинокль. Так, ну я понимаю, что все. Вот здесь еще, скорее всего, морковка спрятана, да? Зачем ее так прятать? Сейчас мы по-тихому подкрадываемся. Ладно, зато осмотрюсь. Не, больше тут нет ничего. Thank you.
А чё ты меня увидел? А ну спать. Летает он. Ишь ты. И теперь главное попасть в норочку. Эй, выходишь? Так, выход видишь? Прыгай и ныряй на него, чтобы вернуться к машине времени. Ага. D и R. А вот если бы я сейчас не попал? А, да, но ты забыл кое-что подобрать. Что я забыл? И кто же из нас тормоз? Эй, в чем дело? Давай-ка я сохраню твои победы. Давай. Спасибо, Чатланин. Ку-ку, Чатланин, спас. Золотые цаки. Золотые цаски, типа. Окей, давайте сделаем таким образом, ребят. Я сейчас... Подожди, 80... 50... Одни часы и 5 золотых цаки. Ладно, погнали за цаки, и потом я вернусь сюда обратно сам. И заберу вот эту последнюю цаку. Ну что, поехали. Главное в беге точка, точка запуска. Кролики, это не только ценный миг, но и 5-6 центнеров отборного сала. Ну видно, парень сразу любит сало. Эй, кролик! Морковьянки нам нужны. Вот об этом я говорю. Алло. Могу я сделать так, чтобы он устал, как было написано? Походу нет. А в смысле, подожди. Что? Ай! Ай! Я не врубаюсь. А как мне? А, ну слушайте, в принципе, я могу в ближайшую так прыгать. Если он, конечно, прыгнет. Ай! Но если вот так делать, тогда да. Я понял. Нет, тихо, нет! Он меня убил? Ну смотрите, нас не аннулируют, то есть... А, через ту же дырку я не могу выйти. Так,
Рик. Ай! Ай! Так. Ай! Ну? Слушайте. Нормальная битва. Типа, он на самом деле не такой уж сложный, как я думал. Но все равно привыкнуть надо к прыжкам и всему такому. Гравицапа есть, машина летит. Ты прошел этот уровень. Путь красных пиратов. Давай-ка я сохраню твои победы. Давай, сохраняй победы мои. Спасибо, Чатланин. Чатланин, Смотрите, в принципе, как это происходит, как я понял. Теперь я могу отправиться к пиратам. Сюда мы можем вернуться, когда уже что-то соберем. То есть, я не могу так сразу. Значит, как я и задумывал, сначала так проходим. А потом мы возвращаемся. Поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.